Ну, во-первых, я благодарен своим родителям, что, взяв меня за ручку, когда мне было 5 лет, вот я вот здесь вот родился, прямо напротив стадиона ЦСКА, меня они перевели через дорогу. И так я познакомился со спортом. И буквально с 5-6 лет я занимался спортом, что, кстати, уберегло меня от многих недугов, которыми страдают дети, которым нечем заняться. Вот и все. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, я никогда не мечтал в детстве быть актером. Я мечтал быть космонавтом, как ребенок 60-х, да. Актером как-то все случилось совершенно потихоньку. Первый раз я познакомился... Актерство выросло со сцены, понимаете? Сцена у меня была сначала цирковая. Я познакомился с цирковыми артистами в армии, которые мне рассказали столько всего интересного о цирке, что мне захотелось работать в цирке. Я пришел в цирк. Потом, гастролируя с цирком по миру, я попал волей судьбы в мюзикл в Лас-Вегасе. Работал долгое время в мюзикле. Работая в мюзикле, я потихонечку снимался в рекламах. Снимаясь в рекламах, меня пригласили там в какой-то маленький, малобюджетный фильм, где мне очень понравилось сниматься. И я пошел учиться в актерскую школу. Вот так вот это все выросло, в общем-то. Но все от желания. Мне всегда хотелось что-то, чего-то нового попробовать. Я вообще творческий человек. Мне кажется, вот я, как меня родители отдали спортом заниматься, я свою жизнь по-другому не видел. Мне казалось, я могу быть тренером хорошим, спортсменом, организатором. Я даже закончил институт физкультуры, и по образованию я... организатор спортивно-массовых мероприятий физкультуры и спорта. То есть я могу устраивать праздники, фестивали, олимпиады. Вот кино, сцена, цирк — это тоже абсолютно мое. Фотографом мог бы быть. Но все, что связано с творчеством, это абсолютно я. Так что...